Что ж, это было просто. Маленький дракон! Раньше я не видела маленьких драконов. Он такой милый. Так, так, так. Он еще и говорит. Я и не знала, что драконы умеют говорить. Это просто потрясающе. Я даже не знаю, что сказать. Что ж, в таком случае нам пора идти. Стойте, подождите. Как его зовут? Я Спайк. Привет, Спайк. Я Флаттершай. Ух ты, говорящий дракон. А о чем разговаривают драконы? Что именно вас интересует? Меня интересует абсолютно все. Ну, моя жизнь началась с яркого лилово-зеленого яйца. И это история всей моей жизни. До сегодняшнего дня. Хочешь, я расскажу тебе еще? Да, конечно. Мне очень жаль. И как мы оказались здесь так быстро? Здесь я остановилась в пони Вилли, а моему милому дракончику срочно нужно поспать. Нет, ничего подобного. О, вы только посмотрите, он так устал, что даже не может стоять на ногах. Бедняжка, его нужно уложить в кроватку. Да, точно так мы и поступим. Спокойной ночи.